Ничего, сейчас пойду скоро до тестя, там будем в 6 сидеть, приезжать. До тестя скоро пойду туда. Я пока сейчас еще здесь на выборах. Давай я тебе по поводу перезвоню, я тебе кидаю, хорошо? Потому что Махачкала говорит, что зафиксировали в этом участке выборы вообще не будут считать. Хорошо тогда. Ну что, сейчас на выборы наши заберу. Ну сейчас доработаю все эти дела. Ну что, я все уже никто не знает. Мама знает, там Венера, Александр. А? Мне не звонит. Ничего не буду звонить. А он где, он там, что ли, сейчас, Сергей? А? А, ну хорошо тогда. Давай. Я скину. Хорошо, давай. Возможно,
хорошие были. Да? Да. Хорошие были. Да. Все, затишье, наверное, да? Можно чай? А это простой воды нету, да? Нормально.
Спасибо, Китай. Да. Вот я там держу сейчас уже. Держал на руках даже. Ну да, да. Теперь санитар, что ты нас потом наше вынесло. Не, я не знаю, что это будет. Не бесполезно. Покажи, что ты приедешь. Раньше. Спасибо, Китай. Спасибо. Дали. Эмилия. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо, Китай. Записывается.
Спасибо, ты уже откуда знаешь? Специально, наверное, всем рассказала, да? Ага, я очень дорогой. Спасибо, спасибо, Сергей. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Я вам говорю, да? Посмотрим, да? Еще есть.
Флешку оттуда. Нет, надо вытащить. Надо было вытащить. Да, я. Завтра посмотрим. Давай мы сейчас будем заказать. Нельзя делать. Нельзя. Камеру.
Один? Да. Все, давай. Какой-то,
после этого закрываем, да, начнем перерастать. И вы тоже вместе с нами. Нет, я так хотел. Thank you.
итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Выходите все. Никто с вами не ходит. Почему? Потому что все здесь остались. Вот эти люди, они здесь кто? Вот они все остались. Почему? Потому что ни один человек по сумме не уходит. У Анжела, да? Я до Анжела. А где ведомость? Подождите. Ой-ой-ой. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Мы еще не закончили, нам еще вот так работать. Как забыл? Никто еще не закончил. Как забыл? Нет, еще не отключили. Нужно заканчивать, нужно заканчивать. Мне надо заканчивать, чтобы вообще здесь никого не было. Так же? Вот пусть останется вот человек, сегодня. Остальные все выйдут. Уходите все. Милиция, полиция. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Где факт? Покажите. Выходите, дайте мы закончим все. Выключи, пожалуйста, камеру, выключай. Камеру выключай? Да. Подождите, пока не делаю. Пока подождите, все не выключайте. А компьютер вот по всему руки так. Все отключили компьютер, почему не отключили? А. Что за компьютер? Камеры. Это Вася. Никто с вами не уйдет. Камера все остается. А вы просто выключали это или нет? Включали только на вас выдали. А этот... Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите. Чтобы вас потом не забирали, после того, как закончим, вас вопрос и все. А где коммунисты? Мы с вами зачем? Мне в Китае зовут просто. Может, член комиссии? Кто это? О, они домой пошли. Анжела, выключай все. Анжела, выключай. Выключайте, да, сказали. Ваши выборы в любом случае у нас известны не действительными. Ну, не понимаешь, что теперь. Ну, завершать все равно, не начинай, Паша. Понятно. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». А что там не пишет на завершение? Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». У меня есть работа, мне надо закончить. Но я понимаю вас. Для возврата подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего вот цикла порядок, вот и начала нового нажмите «Да». Завтра рабочий день у людей. Ну приведем, приведем. Ходим, ходим, ходим.
Она еще не отключится. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового акт составили районной комиссии, что ты сделал? Для возврата подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Да». Потом убираете, потом продолжаете вашу работу, будете любить, давайте. Время и тяните. Есть. Вот комитет. Следующий комитет. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового... Порядок такой, надо убирать, надо нам считать, надо все это. Камеры сказали, можно 8 часов. Нам ничего не сказали. Вам кто должен? Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Сейчас мы включили. Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Да». Надо оставить его, чтобы постоянно работало, да? До утра? А подсчеты голубые только сейчас отключили и сразу же включили. Посмотрите. Нет, мы вот сейчас только включили. Но минут 10 она как отключена была. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла вот, выборов и начала нового нажмите «Да». Я председатель, да. Но он у нас минут 10 только был отключен. Не, нам сказали, чтобы они работали. Они работали. Потом сказали отключить. Мы взяли, отключили. А что опять же надо? Да, мы отключили.
Да я не могу, там столько людей, мужчина, понимаете, что не могу я сказать. Я если сейчас пойду туда, куда я узнаю, что я сказала. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Я понимаю, для завершения текущего. Да. У нас еще, знаете, что вот этот блок есть, который устанавливали. У нас там вот это сзади, вот это высовывается шнурок. Он постоянно оттуда отходит. Пишет не подключен. И пишет там, не подключен, а нет. Сетевой кабель. Не подключен сетевой кабель. Пишется. Ну вот, сейчас только зашел. Да, сейчас зашел. Для возврата подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Да». Ребята, они нам делали. Они говорят, там отходит что-то. Хорошо. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да».
нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Да, поставили. Все нормально, все зелененько, говорит, закончится. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите. И кто-то вот сказал, нет, там кто-то разговор, не официально.
Для возврата подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов. Как он называется правильно? Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Поиск, как называется правильно? В конце или в конце? КОИБВ. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет».
Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Он сейчас это райдел, да? А прокуратура? Вот это заводится направление. В один, я думаю, что все вместе. У вас это? Ему помогает Алексей Чемиков? Он помогает. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Да. Это так и положено, говорит, что чемодан вытаскивает и урна закрыли. Чтобы пройти через стоимость. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Ну-ка, что у нас тут? Смотри, не поговорим, а там разговаривается. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Я не знаю. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Пробы, которые пробно закинул, вытащил. Они стояли, они считали, все смотрели. Они же напали, там учутил эту еду. Очень пробники, там палец, а документы не сделали. 5 таких. В общем, да. 16, да, по 8? Это было дистинктно. А это вот привезли... Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Да, его сначала для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». А потом меня не сказали. Закинул, я закинул. Прибирали. Что делать? Вот я закинул, вот привезли. Я для этого, у меня времени не было, что я сидел. На две участки, я там комментарий. У нас вопрос не
Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Сброс был массовый только после 8 вот это как. Ну, маска будет полжать. Да, после, ну, с этих, с переносных. Ну, как это сказать? Переносных. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Заканчиваем стационарное это голосование и начинаем кидать бюллетени с переносных плохо. 8 часов? Да, примерно где-то 8-10 мы. Примерно 8-10 мы забрасывали бюллетени. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Да, перекидывали. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Ну, потом по результатам было 99. Да. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Да, после того, как посчитал Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Завтра.
выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Сейчас я
от подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Вот я по камере смотрю. Вон, видишь? Давай еще это. На что мы пристать?
Для возврата в подведении итогов нажмите «Да». Они увеличивают для завершения текущего цикла выборов и начала нового найдет. Они еще просто. Давай. Прямо в камеру. Давай. Ну вот сейчас, вот там мужчина показывает. Все видно, вот все видно. Все подписи, все, что хотите. Как? Да нет, протокол, вот я смотрю, протокол показывает. Да. Ну вот она передача идет, вот где между этими урнами, где есть, вот, между двумя урнами, посмотрите. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Еще вот так. Да. Ну, в метре от камеры где-то. Да какой метр? 8 сантиметров. Вот так. Вот так. А ну-ка, бля, отойдите от камеры. Ну, он держит, вот я вижу, что он держит в метре от камеры. Меньше даже. Она, это, передача после... Для возврата к подведению итогов... 3 минуты идет отставание. Для завершения текущего цикла выборов и начала нового... 3 минуты. Зачитать, говорит, надо. Скажи ему. Чего говорит? Зачитать. Ну да, ему уже легче читать, чем это. Сам. Говорите. Вон, где хороший микрофон стоит. Алло. Радостно. А куда вы тогда? Вы нам скажите. Мы показываем, что там еще не получили, получается. Ну мы туда и показываем. Какую камеру шляпу? Для возврата к подведению итогов. Вот она умна, правильно? Я стою возле урны. Видите меня? И начало. 3 минуты, у них отставание. Ну я и показываю вам. Видите? Сейчас вы увидели? Сейчас увидели вы меня? А куда? Вот. Я уже доехал, уже показывают эту... Куда? Протокол на камеру пока. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов. Видите сейчас? Сейчас видите? Сейчас, да, она разговаривает по моему телефону. Сейчас видите? Ну, вот, да, мужчина комиссии. Вам показывает. Ну, возле урны ближе подойди. Куда ближе? Вот, близко. В урну сейчас ничего не кидают, они протокол держат, чтобы... Нет. Никто ничего не кидает у нас. Никто ничего не кидает. Что слушаешь? Статуя, что ли? Ну там пока другая на связи. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Давайте. Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Да». На момент окончания. Вы увидели все? Да, я на участке. Вот, алло. Вам зачитывать ничего не надо? Да, ну вот она через 3 минуты. Вот я сейчас около урны буду стоять. Через 3 минуты покажу. Но передача отсюда туда, она не идет онлайн, она идет через 3 минуты. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начало нового нажмите «Нет». Ну вот меня сейчас в обоих камерах нет. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да».
Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Для возврата подведения итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Алло. Начало нового цикла выборов. Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Для завершения текущего цикла выборов и начала нового нажмите «Нет». Потеря. Я уже лег спать, с постели подняться. Ну вот, я не знаю, я-то при чем? Сейчас сложим лицо. Здесь что-то... Сейчас считайте к нам. Добрый день. Второму ты говорил. А почему? Открывайте уже. О чем вы говорите? Да. Я на избирательном участке. Кто завязывал? А? Да, поставить. Да. Подождите, нам надо вываливать. Показывайте. Нормально, говорю, что у нас все равно.
Вы что, поздурили? Валера, завтра пить будем? Почему? Макар, будешь пить? Молодец, тут один отказывается. Завтра в планы. А? Сейчас мы там где-то стоим, да, 40 минут. Все дела. Я написал, что поговорим. Магнитос. Кто? Господа? А ты что, завтра на работу, что ли? Так, вот так сказать, я законный выходной год. Час. Особенно у нас час. Много ты хочешь, Валера. Я не хочу, положено. У нас начальник, знаешь, говорит, если я работаю, значит, я тоже хочу работать. Ну, Андрей, не приехал? Андрей, не приехал? Я тебе звоню. Что у вас как? Контрольные суммы все, Макар? Да. Вышли? Нормально? Второго раза. А тут что не сняли еще? Я сюда тут могли тоже решить. Мотал я эти выборы. Это коммунистка. Это не единороссов. Thank you.
процесс отстоит. Они не дают. Они не отдают процессор, они не отдают. Его же надо тоже позвать. Не интересно. Я просто...
Thank you.
Я молодец. Ты
Новую стопку делать?
За Прохорова больше, чем за Жириновского, на один голос. На один голос. 18 Жириновский, 19 Прохорова. Чтоб не обидно. Так же, да? Да. Вот он будет рваться не так. Недействительно, вы видите? Вот еще. Куда вы складываете? Квадратики, нолики, пять плюс. Продолжение следует...
смысл. Главное не
избирательный участок. Крепить бы их стрелочкой. Это не действительные? Да, можно так сделать. Нельзя сложить? Так. Сложить. Что, сейчас подойду. Через 2 минуты ты будешь правильно говорить. И тогда уже можно их делать. Оттуда быстрее. Почему? Видно же. Ну вот, вот смотри, меня видно, я где-то. Стою вот с телефоном. Те времена вообще не складывают, помните? Я. Не возле камеры, я стою вот в ключе этот, где избиратель, этот, комиссия сидит. Сейчас. Где камеры, там мои ноги видать. Сейчас все компьютер. Деньги виртуальные, что ли? Ну, за столом они сидят, а я здесь впереди стою. Ты еще уже делали вот так вот. Ну, я. Три пачки, да? Слушай, я тебе говорю, через 3 минуты оно показывается. Ну, как нет, тогда да. Это кто, Путина? Не меньше. Да. Так, нам нужно 4 пачки сделать. Это кто? Ну, да, вот это, да, вот сюда вместе тоже. С ними сделали, да? Вот, а одна пачка. А это же сюда перекинули. Чуть-чуть туда тоже. Ватман у него. Тут вопрос надо решать с этим. Да. Следственный комитет тут хотел забрать процессор. Сгибается. Ну, что, здравствуйте. Короче, как конвейер у него так сложить это, надо? Это, слушай, ну, как вам удобно сделать? Здесь сначала закончить запись надо сделать. Да нет, сейчас. Значит, когда это, закончить запись надо, что там? Хорошо. Да я не знаю, сейчас подождите, сейчас. Ну, ты так и не увидел, да? Это там, ну, вот так надо. Да.
Все. Где что подписывать? Стою перед одной из камер, вот, а вторая камера, она сильно вниз смотрит. Если подойти к ней, то вот, вот я где урны были, там стою. Вот, ну я стою вот где комиссию снимает камера. Я вот сейчас перед, ну, перед этой камерой стою. Это вообще не наше. Запаздывание, да. Ну, молодые ребята здесь, им дали задание. Вот, вот они сейчас пишут протокол, хотят изъять. Ну, надо было с их руководством как-то договориться, чтобы... Или пусть Чебурной скажет. Я не знаю, кто им. Чебурному уже сказано. Ну, может быть, Кандат Белорус. Может, я дам следователю трубку, поговорите с ним. Объясните. Ну понятно. Хорошо, я здесь надо. Сами бессмысленно, пускай с вопросом связаться, все. С тем, которого вы наблюдали телефон, я с ним разговаривал уже. А его шеф. Да, да. Он говорит, звонил в администрацию президента. Они сейчас решают. Они должны позвонить. Они решат, что решат, я не знаю пока. Ну, сюда... Отключать же кому-то не было, да, еще? Пока еще не. Сейчас решат вопрос, потом будем это. Ну, чисто системный блок называется. Мне тоже чисто системный блок называется. Нет, как-то другое. Системный блок только ты забираешь, больше никто. Да? Да. Они пускай запрос делают, если надо. Запрос мы не делаем, мы по такому осмотру места происшествия изъятие делаем. Ну, изъятие да, нет, центр изъятия. Центр Бирком сказал. Что сказал? Передать. Хозяин. А с хозяином потом уже... Нет. Не нужно. Нет, изъять как можно. Я сейчас разговаривал. С кем? Исполняющие структуры. Им тоже. Они с администрацией президента решают сейчас. Просто решают, просто нашему руководству звонят и говорят. Центр избирком вообще... Он сейчас указание центра избирком может выполнять. Сейчас оседок. Ты вообще все говорили. Оттуда позвонить, сказать им отдать. Они хозяева этой вещи. Ну хорошо. Я не знаю, кто позвонил и сказал, это тоже Чабан же разговаривает. Слушай, позвони и сказал, он же ему завтра по башке дует за это. Это шарфовение ничего не сразу президента. Мне сказали, что звонили. Сейчас звонили, сейчас верком короче. Панику поднимать не нужно, сейчас решат вопрос и решим. Что за панику поднимать? Через руководителя пускай решают, все. Ну правильно, оттуда позвонить, мне сказать, что передать, скажу, он забрал ее и все. А я не в чего пиши его, понятно. Там записывают, смотри. Да, записывают. Записывают, записывают. Отключи ты ее, а что ты включаешь? Ну, сейчас дадут команду, я отключу и уберу. А хоть позвони и сказать, что тебе... Я знаю. Я знаю, но эти же не дают. Кто? Вот следователь. Ни на каком основании не дают. Если говорит это, мы сейчас силовым путем у тебя заберем. Мне это зачем? Здесь решают. Своему руководству позвони тогда. Теперь решаешь. Ну, они зачем? Ну, пускай сразу со следствием. Мы поговорили с ней, что мы делаем с ней, донести их куда-то.
Тут нету ни заявления, нету ни ничего, нету ничего. Что это? Что это? Ну, это Возьми это, раньше бабушки, знаешь, как было? Было же в круге кашу и насилие. Thank you.
Метр провода, как посчитали, сказали верно. Ничего, пока ждем, пока со следственного комитета руководство позвонит. Здесь пришли с этого, с избиркома и так далее, сказали, чтобы нам отдали, но они не отдают. Говорят, пока наше руководство не скажет, мы не будем. Нет, есть. Какой не такой достаточно?
Я знаю, что виноват. Ну что теперь делать? Ну, каюсь. А буду не ваше разговор, что будет. Возьмем это уже часы. Ну, старый уже, памяти нет. Четыре двадцать. Сейчас я тебе умножу. Посмотри, посмотри, там больше там было. Шесть, короче, вот так должно быть. Вот так, ширину что ли? Она примерно хватает за клинику. Да, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17.5 на 6.5. 18 Да, 18, а ширина? Ну, так деньги, наверное, списывают. 18, да, ширина 6, да, 6. 108 квадратов, да? 18, да?